Так, из чего мне сегодня начать видео? Столько всего интересненького. Сейчас спросим у YouTube-гуру. Мы запускаем Bandicam. Вот он у меня, допустим, он запустен. Мы запускаем. Он, например, знает... Ярлык, например, Bandicam у вас, и вы дважды запустен. А, так вот как надо. Ну все, поехали. Покончить ограду. Кендра приказывается отправиться к Далтону. Вы где таких имен понабрали? А, Кендра. Тут даже кендры нигде не растут. Что за имечко? Ты что, по банану научилась разговаривать? Ты в курсе? По банану связь только в зоне прямой видимости. Ты болтик, что ли, потерял? У нас брешь в ограждении. А брешь в ограде. А брешь в ограде. Так, надо что-то обрезать в ограде. Я могу это использовать. Да кого ты? Выброси, он уже использованный. О, хлопцы, а шо горело? А чё вы такие черные? А, я посинел. Все нормально. Какое нормально? Мне кажется, у тебя хромосомы не хватает. Эй, ты чё, слышь, черный? Ай, да, знаю, не политкорректно, но я-то не эксплуатировал. Я русский, поэтому мне можно. Черный! Дайте я до кого-нибудь докопаюсь. Детка хочет бум-бум. Чё с характеристиками? Ор-бр-ум-п-оп-д-бр. Ясненько. Её красота. Брум! Иха! Ну, дал? Чё могу? По земле могу. Амфибия? Ёп! Правда, очень медленная. Ты, слушай, салага, собери мне образцы флоры. Ты же не боишься парочки плодоядных растений, да? В РДА никто тебе не друг. Сечёшь? Принеси мне образцы скорпионьего чертополоха и чашечника, и все у нас будет супер. О, гопники развелись. Прям местная гопота. Заточки только не хватает. Что, черт возьми, происходит? Планы изменились, детка. Я кончу на него. Прямо сейчас. Я, пожалуй, пойду. Вставайся, Харпер. Не надо. Так сдаваться или не надо? Решать нужно сейчас. Мы с тобой два. Мы их одолеем. Давай, нападем скорее. Гениальный план. Давай. Давай. По-моему, они подслушивали. Застрелить Харпера. Ну точно. И как только смогли. Слушай меня, Райдер. Мы два. Мы можем уничтожить эти войска. Вот эти войска, что ли? Давай. Давай. Давай, давай! Давай, давай! Он LB бэкнулся. Куда я попал? О, вот это ножичек. Вот этим ножичком я кого угодно затыкаю. Хоть, хоть. Мама, не разбегайся, кто куда, прячься и прячься сами. О! И к ним, ай-я! Активные задания. Пшу. На что это ты смотришь? А ты? Не, даже не проси. Сами не выпадут. Они и мои. Так, да? Бежишь, тут посередине деревни ядерная бомба. Мальчишки игрались, потеряли. Тык-тык-тык-тык. О, чё нашёл? Чё, со мной поделишься? Ты куда пошёл? Давай на двоих, чё ты? Вот, всё будет задание. Только давай покороче. Что это? Тебе не нравятся цветы? Да тут, здесь, издалека. Ха, морали, труса, иди. Пошел, как краткость. Не расслабляться, никто не должен здесь умереть. Я все сделал, давай еще задание. Только тебе надо лезть там, прыби себя. Ах ты старый, ты пердун. У тебя самые лучшие задания, сколько в игры играю. Как мне теперь самого себя проебать? О! Ну что? Ой-ой. Делай Цахейлю, связь, имбецил. Короче, старый. Я почти выполнил твое прошлое задание. Еще жива? Шлепок.
смеяться. Машины, машины, ребусы. Высоко в скалах. Огонь. Теперь вперед. В атаку. Охренеть у тебя ребусы. Вперед. В атаку. Старый пень так сказал. И-ха! В атаку. Вперед. Бэ. Я тоже время. У меня предчувствие. Дай у меня, проверь периметр. А не надо ничего проверять. Какое предчувствие? Ты че? Вообще я тишина полная. О, старый пень, собакам сядь. Сейчас мне задание выкатит. Дух, дух человек. Человека имеет. Ха, теперь иди. Иду. Человек, человека имеет. Как можно? Это же кощунство. В живого человека тыкать. Я выполню твое задание. Есть пробитие. Небес всегда нельзя народа. Ой, все, иди в жопу, не буду я больше твои задания выполнять. Давай, давай. Я лучше вон с бабкой твоей поговорю. Люди раньше затерянные делать. Эйвой, тебе фалос. Какой фалос? Фу, я не понял, мне теперь куды? Ах, пойду туды. Ну и семейка. Приветствую, дамы и господа, миссис и миссио, серый и серуни. Очередной выпуск подошел к концу. Ты все забыл? Нигде под видео случайно не ткнул кнопочку? Ну и все, покеда.